Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Моя очередь рассказать по поводу американского тренинга. Ну, во-первых, это был мой первый визит в Соединенные Штаты Америки. И вы знаете, сказать понравилось — это вообще ничего не сказать. То есть, где-то, я не знаю, много лет назад у меня возникла такая внутренняя установка. Лен, вот бывает, человек проживет жизнь, а она какая-то, знаете, не наполнена событиями. А есть люди, которые проживают жизнь, в которой каждый день не похож на предыдущий. И я себе сказала, вот знаете, когда-то как Скарлетт О'Хара: мои дети никогда не будут голодать. Вот так примерно сказала, а вот прям с таким же прононсом. Но вот я себе сказала: Лена, сделай так, чтобы в твоей жизни каждый день был не похож на предыдущий. И вот, знаете, гениальность не только Натальи Арсенян, но еще и Арсена Арсенян в том, что они сделали так, что у нас было не минутки похожи друг на друга. Моя часть была, конечно, обучающая, и некоторые задают вопрос: как, скажите, как можно было пройти такое количество информации за 8 дней? Это нереально. На самом деле мы готовились. Мы провели большое количество, ну, там, по-моему, 3 встречи такие серьезные по 1,5-2 часа, прежде чем мы встретили девушек на тренинге. То есть у нас была очень серьезная подготовка в ручных практиках, а также основные установочные лекции по поводу питания. Поэтому, когда девушки приехали, они уже были немножечко в курсе дела. Моя задача была показать, как всего лишь за 7 дней, почему за 7, а не за 8, потому что первый день был полностью нью-йоркский, и мы там не успевали заниматься, там успевали бы спать хотя бы. Вот, так вот, за эти 7 дней моя задача была показать, как у девчонок поменяется структура тела. Я очень хотела, чтобы выросла мышечная масса, и у меня получилось, ну не у меня получилось, у меня так получилось дать информацию, что девушки при этом огромном разнообразии продуктовом, представьте себе, Америка — это мекка для любителя поесть, но мы выбирали такие вкусные вещи, при которых, например, у Софьи минус 7 лет биологического возраста, плюс 1,5 килограмма мышечной ткани, а у нашей абсолютной победительницы Ларисы плюс 2,5 килограмма мышечной ткани, то есть сколько ж она потратила жировой, сколько ж она поплавила жировой, что, добавив 2,5 килограмма мышцами, она еще в общем весе сделала минус 200. Представляете, как здорово? Я просто очень вдохновлена результатами тренинга, когда всего лишь за 7 дней можно показать, как можно молодеть, и вне зависимости от того, сколько вам лет. Где мы занимались? Вопрос: как можно было объехать 4 штата, 4000 километров и при этом еще где-то заниматься? Посмотрите на эту полянку, на одна из, где мы проводили ручные, к примеру, техники. Один раз мы занимались прямо в парке. Сели в парке и в парке занимались. Все, конечно, проходили, смотрели на нас, глазели, а мы делали свое дело. А вот такая теоретическая информация по питанию, она всегда была у нас в замечательном автобусе. Это был Ford. Новый, 2017 года. Вот просто, ну, очень комфортабельная такая вот штука. И я на переднем сиденье сидела, становилась на коленки, отворачивалась от дороги, смотрела на девчонок и ловила понимание в каждой глазке, в каждом взгляде. И мы таким образом, у нас были довольно большие переезды. Мы каждый день где-то 2 часа, то и 2,5, то и 3 часа находились в дороге. И это у меня было просто замечательное время для передачи информации. Огромное спасибо девушкам. Вот, например, очень здорово мне Любочка помогала. У нее огромное количество вопросов было. У Саши были вопросы. Ну, в общем, огромное количество вопросов, огромное количество ответов. Все получили массу и пользы, удовольствия и результатов. Очень-очень рада, очень довольна. Вы знаете, позволяйте себе такие вещи, потому что ваша жизнь настолько длинная, насколько много вы сможете в нее поместить каких-то приключений. До новых встреч!